Всем привет! С вами Юмилия. Добро пожаловать на мой канал. Многие меня просили в комментариях заценить частушечки от Крейзмигахэла Мазелова Братишкина. Давайте послушаем. Мне вспомнился, кстати, недавний мой аукцион. И у нас есть такая тема на аукционах, когда кто-то агитирует как раз-таки вкидывать баллы канала или донаты за ту или иную игру или же аниме. И вот у нас там тоже были частушечки такие, ну, забавно довольно-таки. Вышло. Крейзмигахэл, ага, частушечки. Забавное сочетание такого вот шрифта и заставочки от Netflix. Окей. О! Антуражик, ты что, надо? Блин, тут Сережка бы... Оу, девушка такая. Килни в тату вошел сразу, все загадки выучил. Но нарочно ошибался, выбирал не вилочку. Запретили иноагентам теперь всю рекламу. Наконец-то дуть продаст свое очко и маму. С пацанами ходим в баню и болеем за Спартак. Там в парилке хазива друг другу делали клик-клак. Блин, жестко на самом деле. О, вот как раз он про Алишера говорит. Это забавно, потому что недавно же у Алишера был конфликт с Сашей, фреймтеймером. И там тоже он много чего подобного говорил про Сашу и его друзей. Да уж. Шеру въезд закрыли, плакали Дубаи. Он не сможет... Блин. ...стул понюхать у своей Дилары. Когда он сказал вот тему «Плакали Дубай», у меня моральная тема в голову пришла, мне даже, если честно, стыдновато, да, ну просто это немножко символично как-то звучит, потому что, ну там недавно дожди очень сильные были. Насчет... А ну-ка, что он там? Сможет стул понюхать Дилары. У своей Дилары. А, блин, я видела шортс, короче, там бустер, где ее типа, стул нюхал. Напердела кресло дома в Дубаях Дилара. Стал очень довольным сразу бустеренка Слава. Мне Мустрой закинул сотку за привет от футболиста. Пусть оплатит лям Иисусу, папа воскресится. Симонов Серега топит за добро и позитив. Обоссался, обосрался, тетя Вика, забери. Я про него слышала, там вообще такая жесть, ух. Чисто, знаете, такие сплетни получаются во время реакции, это странно. Ай, сошел с ума от своих наркотиков. Больше про него сказать мне нечего тут вроде бы. Утыл пила Гарри Джопа, когда рядом Бургер Кинг. Геморрой из жопы вылез, он размером как плавник. Опа, опа, беременна в 16. Че из нее вылезает, просто ж поебался. Дошло. Оставлен гулять не ходят, там гуляют ежики. После 90-х его триггерят иголочки. К нам Киркоров в гости ехал, дверь была закрыта. Блин, ты так выглядит тут, Братишкин, как будто вы тело вырезано отдельно и сверху налепили голову. Я одна это вижу или вам тоже так кажется? Ты его триггерят иголочки. К нам Киркоров в гости ехал. Блин, реально как-то так выглядит. Дверь была закрыта. А может это так и есть? Не, блин, я реально завтыкала, но это интересно рассматривать. К нам Киркоров в гости ехал, дверь была закрыта. Через черный вход влетел, сбылась мечта Филиппа. Света Солар на стриме нам показала что-то. Охуенно быть девчонкой с майонезной жопой. На опушке ранним утром мы гуляли натощак. Слышу крики, там медведь ебет в очко Ксюшу Собчак. Леша кореш, сука, нытик, это все по фактам. Сам себе гараж обчистил, сам потом заплакал. Опа, опа, срослась пизда и жопа. Здесь вам не Америка, и здесь вам не Европа. Окей. Так что, так вот ручку делают? Ох, какие, а? Ой, 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 красивый какой, а? Что за вайбы такие, а? Ребята, мистер... руки на стол! Приехал в Ачинск записать себе видос. Самолет ему насрали и разбили басос. К нам пришла весна и стала жить намного слаще. Айтипедию банан ебет намного чаще. Наш Никита как...
шалогривый парень беспонтовый. Его в жопу отъебали пацаны за слово. У шамана на концерте фаера и жесткий слэм. Он же за концерт в гей-клубе вместо денег взял интим. Тут частушечка была про Илюшу Мэда, но всем похуй на него. Сейчас тут стример. Ну это прикольно было, кстати. Политичный и ему нормально. Завтра дам он разыграет те трусы. Давича. Вот сейчас не поняла, если честно, можете написать в комментах. Я узнал на стриме, что за мать стал попаю. Улетел в Европу Хану, сына Виджарахова. Влад Бумага сделал челлендж, ел говно на стриме. В килограммах вышло даже не 2, а 4. Ника Глай не любит колу, это не позор. Ведь у него опять флешбеки из московского СИЗО. Хесу стримит Казим. Паренек зажрался, говорил, не будет. Ну чё, обосрался? Скорим пиво, ура. Это жестко, как Хесус на это отреагировал? Вообще, в целом, как люди, которые здесь были упомянуты, отреагировали на это? Прям любопытно. Польские пельмени, а скуфяне рвали жопу в танках на ивенте. Ой. Вайбик позитивный, в каком-то смысле это так, но много жестких вещей здесь было упомянуто. Забавно то, что здесь были блогеры и стримеры, и тут хренак, Киркоров, Собчак, уральские пельмени и... Чё ж тут ещё-то было? Блин, кого-то я забыла, ну, из телевидения. Кологривый! Во! Это забавно на самом деле как-то, но в то же время я бы хотела узнать, как кто отреагировал из тех, кто здесь был упомянут, потому что, ну, жестко-жестко по нему не проехались. Кроме того, когда я вбивала частушки, видимо, там был еще какой-то другой выпуск с другими ребятами. Ну, Crazy Mega Hell, я так скажу вам, бывают интересные такие проектики, я хоть не все смотрела, но все же, и даже, я бы сказала, провокационные. Так что, в целом, интересно было чекнуть. Пишите в комментах, что думаете вы. Мою реакцию вы только что видели. А с вами была Юмилька, и всем пока!